Депутаты Одесского облсовета поддержали проект обращения к парламентариям о снятии с рассмотрения закона о медиа. Скандальный законопроект предусматривает создание Национального совета, который будет выдавать разрешения и журналистские удостоверения. Иными словами, поделит журналистов на своих и чужих. Депутат от Европейской солидарности Юрий Басюк с трибуны заявил, что любое государство стремится получить контроль над СМИ. Но в цивилизованных странах общество не позволяет власти установить журналистскую монополию. Если государство контролирует СМИ, тогда ну, какой-то абсурд получается. Это просто это департамент информации. Я призываю, я очень рад, что коллеги поддержали этот призыв, не плодить цензурные органы с усиленными полномочиями, а наоборот дерегулировать сферу СМИ. Обращение против законопроекта своими голосами поддержали 55 депутатов. Ранее одесские журналисты уже несколько раз митинговали под зданием облсовета на проспекте Шевченко, осуждая столичную инициативу.